Дорогие друзья, если вы меня видите и слышите, то значит, вы заинтересовались нашей программой. А интерес – это первый шаг к осознанному выбору. Возможно, вы пытаетесь ответить себе, чего вам не хватает в том наборе знаний, которые вы уже получили. И это здорово, потому что даже очень глубоких знаний в одной дисциплине уже становится недостаточно. И этого точно не будет хватать завтра. В реалиях современного рынка востребованы специалисты, имеющие знания, навыки и умения на стыке различных дисциплин. Так, появлению поведенческой экономики мы обязаны многолетнему труду психолога и экономиста, чьи объединенные усилия перевернули представление о классической экономике. Сколько раз производители товаров и услуг спотыкались, казалось бы, все предусмотрев и рассчитав, а не рациональное, нелогичное поведение их потенциальных потребителей. И вопрос, почему одни люди выбирают одно, а другие прямо противоположное, сегодня мучает не только экономиста, но и психологов, социологов. И несомненно, что одним из главных бастионов сегодня еще не взятых является знание о том, как наш мозг принимает решения, иногда полностью в обход сознательного контроля. И те знания, которые вы получите, закончив нашу магистратуру, позволят вам профессионально реализоваться и быть востребованными в различных отраслях, потому что именно вы сможете найти кратчайшую дорогу к потребителю. Ну что ж, добро пожаловать в мир осознанного выбора.